Получилось. Это моя мечта начала зарождаться где-то в лет, наверное, 18, до армии еще. Вот. Я что-то напевал, мама вроде говорила, что у тебя есть слух, идеальный слух. Я, в детстве я вообще, помните, была программа «Время», и после программы «Время» была очень сложная мелодия. Я пел от начала до конца без единой ошибки. Говорит, как у вас сын поет, там гости приходили у нас в дом. Вот. А, естественно, было у меня желание петь. Возникло вот в лет 18. Вот, я пел, когда занимался там, модельным бизнесом, я пел там своим приятелям, друзьям. Вот. А уже вот глобально... Все это получилось, конечно, в 94-м году, когда было первое прослушивание в студии Мосфильма у Игоря Матвиенко. Вот, песня была дуэтная, понимаешь. Вот, и мы ее пели, ну, для проверки, что ты можешь вообще извлекать в микрофон. Вот первое прослушивание, которое такое, ну, было несложное, это стихи, кстати, Игоря Сорина. Вот, потом эту песню спел Паша Артемьев и Ира Тонева из «Фабрики», да. Вот.